Всем огромный привет, добро пожаловать в новое видео. Сегодня у нас с вами распаковка золотого яблока. Вот такая коробочка нас с вами ожидает. И здесь в общей сложности косметики на 40 тысяч. Будет уход для лица, декоративная косметика, на которую мы сделаем сводч вместе с вами. И косметика для волос. Что-то для меня совершенно новое. Некоторые позиции я заказываю повторно, потому что в них уверена. И, кстати, будет еще несколько видов парфюма, которые мы с вами вместе послушаем. Постараюсь я вам их описать. И много будет продуктов очень популярных, известных, которые сейчас крутятся на просторах интернета. В общем, поехали. Начнем мы с волос. Это маска с авокадо и бананом от Raid Green. Заказала ее просто по отзывам, потому что очень часто я ее видела у блогеров и вообще очень много положительных на нее отзывов. Эта маска именно для кожи головы, но также она восстанавливает и саму длину волос. И давайте послушаем, что у нас тут по аромату. Как вкусненько. Вы знаете, здесь больше отдушка банана, нежели авокадо. В общем, наносится она полностью на кожу головы, надеюсь, утяжелять волосы не будет. Хотя обычно на всю длину только наносим, да, чтобы голова быстрее не жирнилась. Но очень много положительных отзывов, в принципе, и на шампуне этой линейки, и на маску. Попробуем начать с маски, а там уже посмотрим шампунь от Vichy Tercas. Этот шампунь я заказываю уже неоднократно, наверное, раз четвертый по счету. Здесь 400 мл, есть более маленькие емкости. И это лечебный шампунь. Если у вас какая-то сиборея, шелушение, зуд или перхоть, заказываю повторно, потому что он действительно справляется с этой проблемой, он не маскирует, это не какой-то временный эффект. Действительно, когда на нервной почве, либо даже не знаю из-за чего, может быть из-за климата, периодически у меня возникают такие проблемы. И шампунь вот этот вот единственный пока мне помогает с этим бороться. И иногда я его использую на регулярной основе, иногда просто чередую с другим шампунем, когда не сильно это выражено. И классный, действительно рабочий шампунь. Может быть, у кого-то тоже есть такие проблемы. Иногда бывает шелушение кожи головы, и многие принимают это за перхоть. А вообще это просто сухость головы, либо просто какие-то нарушения. Отличный шампунь, однозначно рекомендую и буду заказывать неоднократно. Кстати, все ссылки на продукты, которые сегодня я вам показываю, и отзывы я оставлю в своем телеграм, поэтому переходите и подписывайтесь. Следующий у нас шампунь от бренда Aromatica, это корейский бренд. От Aromatica я пробовала сыворотки для лица, у них большая достаточно линейка. Для волос я покупаю впервые, здесь с протеином линейка для питания, разглаживания кутикулы, для восстановления волос 400 мл. Где-то я, так, здесь пломба, где-то я читала или кто-то рассказывал, что это просто какая-то, ну, пахнет какими-то травками, какой-то супер шампунь тоже. Так, что у нас восстанавливает, закрепляет чешуйки. 5 видов масел, миндаль, баобаб. Деликатно очищает кожу головы. Попробуем, такой жидковатый. Медипил Мултокс. Бренда Медипил я достаточно давно знакома. У меня много ухода для лица. Этот крем должен быть легкий по текстуре. Заказывала его на лето. Он увлажняющий, подходит для чувствительной кожи лица. И, кстати, он не только увлажнение дает, он и антивозрастной. Здесь, по-моему, в составе есть пептиды. И давайте посмотрим и послушаем саму отдушку. Ложечка внутри есть, чтобы более гигиенично его использовать. Ну, какой легенький. Мне пахнет какими-то яблочками. Приятненьким. Не сильная отдушка, но все же она имеется. Давайте его нанесем и посмотрим. Я думаю, прекрасно он подойдет на лето. Текстура все же видно, что не плотная. Ой, он такой, знаете, прям тающая очень текстура. Приятно распределяется и очень быстро. Вообще не жирный. Такое ощущение, что там минимум, либо вообще отсутствует масла. И про этот крем писали действительно очень хорошие тоже отзывы. И девушки постарше. И вообще он
такой универсальный, базовый, впитывается очень хорошо и действительно сразу чувствуется такое интенсивное увлажнение, приятный. Да, будем пробовать. Так, для лица, кстати, тоже у меня от MediPeel Vortex. Вообще, эта линейка Vortex работает как миорелаксант, то есть на расслабление мимических мышц, как Vortex. Ну, так прям не обездвиживает мышцы, но в принципе такое же. Что он у нас тут жиденький, с дозатором. Ой, да, такой водичковый, хоть и дозатор. Но здесь практически нет отдушки. Кстати, он не плотный, не жирный, хоть и выдавливается через помпу. Практически нет отдушки и впитывается он моментально, прям в ноль. Я не думаю, что он будет утяжелять. А крем такой, слушайте, ну приятный. Кремы вот у них более плотные, она подходит, вот эта вся серия для нормальной, сухой и для очень сухой, но также возрастной кожи. Для жирной, я думаю, они будут тяжеловатые. Здесь гидролизированный коллаген, эластин, какой-то фермент, пептиды. Пептиды здесь разные и на питание, и на вот это, которое работает как миорелаксант, на расслабление мимических мышц. Однозначно надо будет попробовать. И летом, я думаю, он не будет мне утяжелять. Также для лица заказала себе сыворотку Estée Lauder Advanced Night Repair. Про нее, наверное, слышали все и попробовали эту сыворотку, наверное, все, кроме меня. Я очень давно ее хотела, потом что-то забывала, опять думала заказать. И, наконец-то, вот я ее приобрела. У меня 30 мл. Эта сыворотка по отзывам решает все проблемы, все ваши потребности. Давайте послушаем. Можно сказать, нейтральная душка и больше такая что-то из аптечной линейки. Я когда-то пробовала пробник этой сыворотки, и мне так понравилась сама кожа после ее нанесения. Она какая-то бархатная стала, становилась гладкая. Настолько приятно было ощущать. Она прям увлажняет очень быстро. Сыворотка для увлажнения, питания, восстановления, для чувствительной кожи. Вы ее наносите на ночь, просыпаетесь просто свежей, молодой, с ровным тоном лица. И она способствует какому-то даже подзаживлению, плюс защищает от воздействия негативного окружающей среды. В общем, сыворотка чудо, попробую. Действительно, так ли она хороша, потому что многие ее покупают на регулярной основе, повторяют ее вновь и вновь. Почему бы и нет? Не жирная абсолютно, но будем пробовать. Все-таки это сыворотка ночная, так сразу и не поймешь. И для лица у меня солнцезащитный флюид от бренда Корв. Тоже очень популярный бренд, часто его показывают блогеры. Ну, будем надеяться, что действительно он настолько хорош, как о нем говорят. Это флюид с солнцезащитным фактором 30. Хотела что-то полегче на лето и не хотела максимальный. Сейчас вот уже весной и с переходом на лето буду его использовать. Здесь не просто идет солнцезащитка, и плюс еще здесь антивозрастной уход для лица и выравнивание тона. Бренд Корф, это, если я не ошибаюсь, Италия. И давайте посмотрим его текстуру. Очень много продуктов из этой линейки я видела. И сыворотки, и кремы для лица, и практически на все очень положительные отзывы. Но так визуально смотрится именно как обычный крем. На первый взгляд он растушевывается в ноль. Никакого белого налета не дает. Приятно, просто кремовая душка. И знаете, впитывается моментально, никакого жирного эффекта он не дает. Давайте еще сюда на запястье нанесу. Много я выдавила. И, знаете, он не матовый и дает небольшое какое-то свечение, такой эффект холеной здоровой кожи, но белого вообще никакого налета нет, и впитывается он сразу. Будем пробовать. Если понравится, докажу из этой линейки обязательно уход. Так, что у нас? Декоративную косметику мы оставим на потом, точнее, на самый конец, и давайте посмотрим духи. Первое. Это у нас Black Angel Марк Бэкстон или Бакстон. И я их уже вскрыла, девчат. Вот что-что, остальное не пробовала, но у меня двое духов. Это самое первое, что я открыла. Но не могла не послушать,
Что это? Как это? Давайте не будем мы тут мучиться. Парфюмированная вода 100 миллилитров и производство, по-моему, Италия. Хотелось чего-то нового. Не хотела я повторяться, либо то, что у всех. Просто читала отзывы в интернете, на сайте и чисто по отзывам и заказала. Хотелось просто чего-то неожиданного, чего-то необычного. И какая прелесть. В общем, смотрите, это унисекс, но сейчас, в принципе, весь нишевый парфюм идет как унисекс и для мужчин, и для женщин. И про этот писали, что он просто какой-то роскошный, великолепный. А у меня все пахнет. Какая прелесть. Куда бы мне сюда нанести? Давайте сюда. Это не летний аромат, он такой достаточно насыщенный, густой. Смело можно использовать его в холодный период, осенью и зимой. Ну, я думаю, летом я его тоже буду наносить. Фруктовые какие-то ноты и мускусные, цветочные. В общем, он такой, знаете, дерзкий аромат. Прям чувствуется, что у вас есть какая-то жилка, такой достаточно терпкий, обволакивающий аромат. Это однозначно шлейфовый аромат для тех, кто любит выделяться, для тех, у кого есть свое мнение, своя позиция, и кто не боится показать себя. Вот именно вот такое восприятие этого аромата просто шикарно. Кстати, он прекрасно подойдет мужчинам, потому что здесь никакой лишней пудровости нет, какой-то сладкой девичьей или фруктовой такой резкой ноты. И еще один парфюм. Это Birkholz, немецкий бренд, Charm Mystery. Его я тоже слушала, но давайте мы его еще раз откроем. Здесь тоже 100 миллилитров, очень большая линейка этих ароматов. Все также заказывала по отзывам. Соточка, парфюмированная тоже вода. И здесь, ой, ну какие они все хорошенькие. Давайте рядышком нанесем. Сам дизайн флакон просто шикарный, да? Стекле и один, и второй, тяжелые. Ой, а вот здесь, вы знаете, такая как будто бы противоположность ассоциации с какой-то воздушной, сладкой булочкой, такой прям либо взбитыми сливками. Здесь тоже есть и фруктовые ноты, и ваниль присутствует. И он такой, знаете, мягкий. Его можно вот сейчас смело на весну использовать и в летний период, ну не в такую прям сильную жару, иначе это будет удушающий. Он обволакивающий, тоже будет шлейфовый, и он более такой кокетливый, более приземленный, более женственный, такой мягкий аромат за счет сладости. Он немножко такой игривый, и вот ассоциация именно с чем-то вкусненьким, с чем-то сладеньким, я имею в виду съедобным, и как раз таки с пироженками, за счет ванили, видимо, и персиковой ноты. А давайте-ка, знаете, что мы сделаем? Мы сейчас, они настолько разные, мы сейчас их смешаем и посмотрим, что у нас получится в тандеме. Великолепный, что один, что второй. Так, давайте мы тут смешаем и в конце видео посмотрим, как они раскрылись и что они себя представляют. Прекрасно, прекрасно. И что у нас осталось? Декоративная косметика. Не так много, но давайте посмотрим с вами поближе и сделаем свотчи. Это блеск от Essence, точнее плампинг филлер для губ, для увеличения губ с витамином Е и с гиалуроновой кислотой. У меня номер 02. И уже я вижу в нем шиммер мелкий, такой золотистый, а сам натурально бежево-розовый. И, ну, знаете, даже не розовый, он немного уходит в персик. Ну, красиво смотрится. Я думаю, он будет визуально просто увеличивать объем губ за счет именно вот этого шиммера. И это не как блеск, он такой плотненький, как помада. Но цвет красивый. Красивый, универсальный. И давайте тут посмотрим. Ну, после духов как-то я ничего понять не могу. Но вроде какая-то нейтральная, не сильная душка. Разные были оттенки.
Этот, на мой взгляд, показался более универсальный. Вообще, Essence косметика мне очень нравится. И помады, и блески, и хайлайтеры. Бюджетные, но классные. Также из декоративного у меня Stellary карандаш капучино 09. Заказываю его уже повторно, неоднократно. Мне кажется, это самый удачный из этой линейки у них оттенок. Универсальный, который подходит всем абсолютно. Он прекрасно ложится, наслаивается, цвет холодный, но не уходящий в такой какой-то прям серый. И он просто устойчивый, не мега стойкий, это не гелевый, обычный карандаш в дереве. Точится он прекрасно, однозначно буду заказывать и на регулярной основе. Кстати, они очень бюджетные, но цвет это подойдет всем прекрасный. Так, дальше у нас Stellary еще CC крем. Это не новинка. Достаточно давно он вышел, у меня 303 номер, теплый нюд. На лето заказывала, чтобы он был легенький. Я не думаю, что здесь будет сильная какая-то маскировка, но CC, в принципе, на это и акцент не делают. Знаете, а, ну цвет, нет, цвет хороший. Я думаю, мне прекрасно подойдет. Да, я уже вижу, что маскировки в нем сильной не будет. Это такой увлажняющий. Он, кстати, был как мега увлажняющий с гиалуроновой кислотой, с витамином А и Е. Визуально он должен просто улучшить цвет лица, сгладить, выровнять тон, но для каких-то выраженных проблем, либо акне, он вам не замаскирует. Это не тот вариант, это просто улучшит тон лица. На лето, кто не любит плотные текстуры, я думаю, прекрасно подойдет. И, кстати, вот этот тон 303, теплый медовый, мне даже на руку приходит, подходит отлично. Думаю, на загорелую кожу летом будет великолепно. Так, ну что, давайте послушаем. Как инь и янь. Вот это такой густой, насыщенный, терпкий и мягкий, воздушный, сладкий. И в тандеме это просто, девчонки, они друг друга дополняют. И классно, однозначно буду и по отдельности, и вместе пользоваться. Кстати, мужу вот этот вот зашел прекрасно. Мне тоже понравился этот аромат. Бесподобно. Я очень рада. Классные покупки. На этом наше видео подходит к концу. Если вам нравятся такие форматы видео, обязательно пишите. Можете написать свои любимые продукты, которые вы покупаете в Золотом яблоке. Я буду вам очень рада. До скорых встреч!